Ранним утром в квартире семьи Семеновых раздался телефонный звонок от организаторов конкурса «Синяя птица». Для родителей звонок оказался неожиданностью. Не ожидали этого звонка от редактора. Увидели видео его в интернете и пригласили нас участвовать в этой программе. Уверенность в способностях сына раздумий не оставила, и Степа приступил к репетициям. Музыкой Степа занимается с 7 лет и, по собственному признанию, влюбился в инструмент с первого взгляда. И хоть считает себя скромным и о своих достижениях распространяться не привык, но признается, что после конкурса его стали узнавать, что, конечно, приятно. Здесь автограф Дениса Мацуева, здесь Светлана Безродная, здесь Николай Цискоридзе, а здесь Олега Погудина. В финале Степа вошел в состав музыкального трио и вместе с Игорем Бутманом исполнил попурри на тему из музыки к кинофильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Было очень радостно. Мы все обнимались, целовались. Ну и, собственно, ушли с победой. Ваня Семенов, брат нашего героя, личность тоже творческая. Любит рисовать, читать, увлекается графикой и ходит в театральную студию. А еще делает заметные успехи в игре на саксофоне. Мы готовимся к джазовому конкурсу со Степиным преподавателем. И я думаю, у нас хорошо получится сыграть. Конкурс эстрадной и джазовой музыки называется. Это всероссийский конкурс. Он проводится в нашей школе уже третий раз. Председатель жюри – замечательный человек, гигант просто. Это Анатолий Ашерович Кролл, которого мы очень любим и уважаем. Вот, думаем, что мы его порадуем. Пожелаем братьям интересных выступлений и музыкальных побед. Алексей Мельников, Владимир Андрианов, Сергей Ларин, «Видное ТВ».